Всем привет, продолжаем проходить растения против зомби. Мы остановились на 21 уровне. Продолжим. Так, что у нас здесь? Ничего особенного. Просто выжить. Так. Да ничего интересного. А, здесь будет. Ага. Здесь сложно, потому что здесь ничего нельзя выбрать, за тебя уже сделали выбор. И как мы видим, мы можем даже арбуз использовать. Так, нужно заморозку ставить. Заморозку и вот такого вот. Это у нас капуста со специальным костюмом, который я открыл. Так, теперь у нас первая линия. Проблемные. Поставим заморозку. Выглядят они прикольно с помощью этого костюма. Мне нравится. Это лучше, чем до этого. Открыл я костюм. Так, ну что, здесь я не знаю, как делать. Этого я так убью, а этого, наверное, можно заморозить. И точно так же сделать с ним. Да. И здесь еще поставить капусту, а дальше я хочу арбуз поставить, на самом деле. Может, сейчас и поставлю, почему не попробовать. Давайте одного заморозим. Поставим арбуз. Давай. Где? Ты, здесь у нас будет блокировка, и будет арбуз кидать. Довольно быстро кидает арбуз, по-моему, быстрее, чем в оригинальной первой части, как мне кажется. Может, я не прав. А, здесь надо везде арбузы ставить, потому что скоро они все закидают, и везде будут могилы. В этом проблема этого уровня. То есть мне надо арбуз ставить, убивать быстрее. Потому что арбуз сразу своим эффектом все по одну клетку влево, вправо, вверх, вниз повреждает, и поэтому это эффективно использовать можно. По центру поставлю. Здесь заморозочку. Так, заморозку не туда кинул, не надо было, она даже не понадобилась. В первом ряду у нас проблемка. Поставлю тогда обычного, чтобы добили его. Так, арбуз сюда. Вот теперь плохо, нету места, куда можно что-то поставить. Так, тут заморозку кину. Сейчас мой арбуз съедят, это плохо. А я попробую, использую навык. Закидаю всех арбузами. Ну и все. Миссия пройдена, можно сказать. Еще раз использую пару арбузов. А, они еще на каждую гробницу летят, поэтому настолько эффективно было, я гробы эти не убивал, не взрывал, поэтому у меня это выгодно было, получилось. Так, что это у нас? Посмотрим. Я не помню, что это. Давайте посмотрим. А, дополнительно 25 солнцев, когда начинаешь любой уровень, без разницы. Просто дополнительно. Хорошо, поехали дальше. Снова рекламка, закроем ее. Что же у нас дальше? 27 уровень. Снова нельзя строить. И больше 15 растений нельзя. Одновременно. Так, ну что придумать? Ну, здесь надо через вот этих играть. Заморозка, это и это. Ну, все стандартно. Поехали. Сейчас могилы будем чистить. Они очень близко ко мне, мешают постоянно. Я тут ничего даже посадить не могу из-за этого. Первый зомби идет по центру. Заморозим его. И продолжим дальше покупать в первую очередь.
Подсолнухи, а дальше посмотрим. Я здесь хочу именно так. Через него играть, чтобы он почистил заодно немножко. А то у меня места нету. Здесь заморозку поставим. Два ряда выстрою. И блок чего здесь поставлю. Хотя как я этого буду убирать? А, бонг чоу поставлю. В чем проблема? Да, вот так. Здесь у нас так будет. Ой, больше 15. Я вообще забыл. Я даже не видел, не считал. Вот такое вот начало неприятное. Я думаю, что так легко? То же самое. Все абсолютно то же самое. Поехали. Я облажался немного. Так, сюда поставим. Сюда. Сейчас первый зомби выйдет. То же самое морозим его. Продолжаем строить. Убираем здесь. И здесь надо почистить. Сюда. Так. Сверху у нас заморозка будет. Выстраиваю линию. Здесь надо убрать. Сюда поставлю. Так, 15 я опять забыл, если честно. Все. Теперь надо следить обязательно. Сюда. Два растения еще. Продолжаем убирать все. Так, убираем. Убираем. Бонг чоу здесь. Я думаю, он справится. Так, нижняя линия у нас беззащитная. Надо что-то придумать. Заморозку пока кину. Так. По центру у нас проблемы. Так, я не могу ставить сейчас. Вот сейчас могу. Здесь уберем. Так, так, так. Сейчас будет большая волна. У нас есть одна еда. Так что можно как-то подумать, как лучше всего ее использовать. Ноль растений у нас. Теперь одно можно. Я заморозку кину. Так, наверное, бонг чо используем. Можно было сверху, ладно. Давай я двоих хочу поставить сюда. Здесь уберу, поставлю. Да как? А, я не продал. Короче, я случайно так нажал, что не успел продать. Пробуем снова. Я почему-то думаю, что лучше всего сыграть через... по-другому. А, двойное не открыто. Я думал взять это. Ну ладно, придется то же самое играть. Поехали. Ладно, сейчас пройду. Это 22 уровень. Да я прошел, если бы не перевысил лимит. Там ничего сложного не было. Так, сюда. По центру. По центре. Так. Сюда. 175. Бонг чо.
Надо стараться через них играть, они более эффективны, чем эти. Так что я в первую очередь буду их ставить. Я решил одну линию сделать. Так будет лучше. Мне хватает всего здесь. Так. Через Бонгчона намного лучше будет. Потому что эти бесполезные за 175, они особо не помогают мне ничем. А я вот так вот прикрывать их буду, и все нормально будет. Ну вот, целая линия у меня готова. Две гробницы убрать осталось. И сейчас повалят зомби со всех сторон. Так, снизу надо защита. Нужно защиту ставить. Так. И здесь убираем. Все, гробниц больше нету, они нас не беспокоят. Так, вот здесь чувак будет нас беспокоить, серьезно. Он начнет грызть, и я его заморожу. Но на него надо суперспособность вот эту использовать. Потому что так его долго убивать. Очень долго. Но он даже не треснул еще. Ни капельки. Так, ну что, одно растение у меня можно столько использовать. По деньгам у нас все замечательно. Поэтому я начну вот так делать. Все-таки убили. Того. Все-таки нормально. Так. Ну вот такая у меня... Такая защита получилась. Все поставлю так. И больше ничего нельзя строить. Даже заморозку нельзя кидать. Ускорим. Опа. Алмаз выпал. Ну и все. А, это еще не последняя волна. Сейчас еще будет. Защиту я поставил. Дополнительную. Пошла волна. Ну и все. Пройдено идеально. Никаких проблем. И добивайте здесь. Все. Значит, 23-24. И босс. Отлично. Посмотрим, что там нового будет. Должны что-то еще интересное показать нам. Не, ну новых зомби не будут. Они уже все показаны. Просто какой-нибудь бонусный режим, наверное, будет. Посмотрим. Каждый раз это реклама. Так. Бонусная игра, которая очень легкая. Пожалуйста. Все, я сейчас так вот положу планшет и буду нажимать кнопочки. Поехали.
Поехали. Давайте, давайте. Все три разных символа у меня тут остались. А давайте двойную скорость, чтобы усложнить немножко задачу. А то уровень реально легкий. Во, другое дело. Чтоб какая-то сложность была. Так, клевер, клевер. Конус, конус. Ведро, ведро. Где у нас тут клеверы? Так, у нас тут... Так, эти проходят, как-то я медленно нажимаю. Я не успеваю. Дали алмаз мне. Да что такое? Чё она не нажимается? А, скорость снизилась из-за того, что один зомби был близко. То есть у них такая защита, чтоб я не проиграл. Да что там, где там солнце мое? Я не могу понять, что солнца нет. Так, я уже беспокоиться начал. Все, все пройдено. Костюм, пожалуйста, костюм. Костюм, костюм, костюм. Дайте костюм. Нет, ну, хоть обилка моя любимая. Ладно уже. Поехали в следующий уровень, предпоследний. После этого уровня нам откроют двойной подсолнух. Он называется Близнец подсолнух. Подсолнухи и близнецы, вот так вот. Так, что у нас здесь? А, здесь нам дают, то снова нам дают деньги, нам надо что-нибудь придумать. Так, я, наверное, вот так сделаю. Ну, это от балды беру. Это не надо. Поехали. Значит, тактика такая. Вот так. Так. Ну и там, где они прорвут, сломают мне защиту, я поставлю еще. У меня будет 250, я еще смогу обновлять. Обновлять нашу стенку, если ее прогрызут. Ну что, поехали, посмотрим, что у нас тут. Так, вот этого надо морозить. Так, все, больше факелов нету. Здесь надо только обращать внимание на факелы. Сверху. А, блин, зря. Они бы его добили по-любому. Это мне на другие линии надо смотреть. Там-то все в порядке. Так, 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 прогрызают. Сейчас надо обновить будет. Деньги-то есть. Так, вот этого заморозим. Половина уровня пройдена. Сейчас пойдет волна. О, сколько их. Смотрим, огонь есть, нету? Факела имею. Так, здесь надо обновить, пробили. Так, вроде все нормально. Факел. Нету факела. Все, этого добьют. Только эти проблемы. Так, факелы прошли. Этого морозим. А этого надо убивать. Так, по центру тоже надо убивать.
Так, где убиваем? Сверху надо использовать. Ой, сколько их. Я думал, это последняя волна. Но это не так. Так, там съели, я обновил. Ну и все. Здесь ничего не произойдет, всех добили. Саркофаг открыли, фараона убили, все. И открыли наконец-то наше растение. Двойные подсолнухи, которые нам помогут одолеть босса. To continue. Continue. Так, смотрим, что у нас тут. Вот он босс, вот он босс. Значит, вот это мы все прошли. Много чего открыли. У нас тут режим даже есть, вазбрейкер, то есть вазобой по-русски. То есть я могу даже сейчас проходить его. Здесь не надо растений никаких открывать. А там все в этих вазах. То есть можно играть. Два ключа у меня есть, 13 алмазов. Так, а сколько же растений тогда стоит? Дай-ка посмотрю. Давайте посмотрим растения. Ага, 99, 109. Вот сколько они стоят. У меня они все есть на другом аккаунте. А здесь, к сожалению, нету. Ага, а на мне написано, что другие, которые вы купили, должны быть сохранены. Так, а почему же у меня не сохранено тогда? Давайте попробуем восстановить покупки, где-то кнопка должна быть. Может, в самом магазине я не заметил. Сейчас посмотрим. Если тут у нас какая-то кнопка. И тут ничего нету. Тогда я в меню зайду, посмотрю. Это получается, я их покупал на другом аккаунте, а здесь их нету. Что за ерунда? Сейчас посмотрим. Наверное, вот здесь надо нажать. Restore. Да. Давайте посмотрим. Что она мне скажет? О, все. Давайте посмотрим. У меня теперь получается все они есть. Где мой древний Египет? Давай. Проверим. Сейчас должно быть. Написано было 14 растений восстановлено, да? Или там 14 вещей. Ну, короче, все восстановили, кроме этих. Не знаю, зачем они сделали в гемах. Хитрые, хитрые. Да, все обновления, все это перешло. Костюмы только не сохранились у меня. Вот это прикольный костюм за 25. Для зубастика. Ну, здесь у нас гемы за реальные деньги. Вон, 700 гемов за 50 долларов. Здесь 4 купишь только. У тебя 300 останется. То есть 50 долларов это 7 растений. Очень дорого. Так, ну главное, что все апгрейды сделаны, все это у меня открыто. А без этих вот, например, растений мы пока что обойдемся, потом их купим. Или откроем, может, я накоплю. Ладно. Все. Значит, спасибо, что смотрели. В следующем видео я прохожу босса, поэтому обязательно подписывайтесь. Завтра выйдет видео с боссом. Все, всем пока.